магазин ГЭС, поглядим, что там. Так, сразу подошли к стенду со скидками в 40%. Вот такие кроссовки, 979 лир. ГЭС. Сколько же она стоит? 2 960 лир. Две 300 лир. Такая маленькая сумочка. Так, текстильная сумка. Где тут? Вот, давайте это посмотрим. 2 840 лир. Текстильная сумка. Кошельки. 1320 лир. Все одинаковые. Нашла цену. Так, 429 лир. Такая вот курточка. 1429 лир. Так, что тут? Вот такая кофточка. Это вот с 40% скидкой. 479 лир. Вот, 629. Это вот из модной вот этой ткани. Как спандекс она такая. Сколько стоят футболки? Такие коротенькие футболочки. По 279 лир. Удлиненные футболки. По 329 лир. Пойдемте посмотрим, что не распродажное, сколько стоит. А вот, кстати, кофта прикольная. 729 лир. А вот это вообще кайф. 479 лир. Это в моем стиле. Такое платье 1229 лир. Вискоза здесь. С вискозы платье, с синтетической ниткой. Шорты. 629 лир, джинсовые. Ой, посмотри, какое милашное платье. Сколько оно стоит? 1549 лир. Так, а вот такое платье. Вискоза с хлопком и синтетической тянущейся ниткой. 999 лир. Тоже вискозная кофта. 729 лир. Летний льняной сарафан. 1999 лир. Шелковая блузка. 929 лир. Вот такое вискозное платьюшко. 1099 лир. Синтетическая кофта. 479 лир. Нераспродажные джинсы. 979 лир. Хотя он тоже распродажный, мне кажется. Ну, thank you. Что, пойдемте дальше? Все цены вроде глянули. Вот такая прикольная кофточка. 729 лир. В моем стиле. Пойдемте в Манго. Так ее не надеть.
она еще затягивается. 129 лир стоит. Блин, крутая, я такую даже хотела. Вон джинсы по 179 лир, по 180 лир. Тут я понимаю распродажи. Такие штаны я как-то мерила в этом феминистском магазине. Помимо известных европейских брендов, в торговых комплексах присутствуют и турецкие бренды. Мы так пройдемся, покажем со стороны, как они называются. Но сравнить цены с чем-то другим будет сложно, так как таких брендов ни в России, ни в Украине нет. Пойдем в Скетчерс зайдем, посмотрим, сколько кроссовки, если он стоит кроссовки и есть ли распродажа. Что, не на какие нет? На этих нет. Вот цена, вот эти вот 2000 стоят. 2000 лир. И эти 200. Тысяча лир. New Collection. 1900. А вот это что это такое? Это что? 500 лир. Это для самого главного члена семьи. Вау. Ой, они еще и сияют. Здесь он упал. По 750 лир. Тысяча 450 лир. Пойдем дальше. Видишь магазин Вайкики? Он сильно отличается по ассортименту одежды и по качеству одежды от российского магазина. Пойдемте посмотрим на это. Как видишь, тут особое столпотворение людей, потому что этот магазин пользуется спросом у местного населения, и все сюда идут за покупками простой дешевой одежды. Смотри, подушка стоит 109 лир всего. 110. 250 лир. Все спортивные штаны вообще по 120 лир. Такие простые для дома, для дачи, в магазин сходить. Хлопковая рубаха. 200 лир. Сто 180 лир. Распродажная по 150 лир.
Так, давайте посмотрим, сколько стоит домашняя прям одежда, домашние майки. По 90 лир. По 60 лир всего. Хлопковые майки. Шелковые домашние шорты, пижамные. 100 лир всего. А сколько стоит пижама? А вот это вот уже новая коллекция, я так полагаю. Вот это стоит 350 лир. Она прям хорошего качества. Шляпы по 80 лир. Пойдемте посмотрим в Бершку. 500 лир, джинсовая куртка. Обычная футболка, тонкая, в тонкий хлопок. 110 лир. Текстильные сумки. 430 лир. Мужская рубашка. 430 лир. Вискоза с хлопком. Так мне только. 250 лир. Шорты джинсовые. 500 лир. Мужские. Джинсы по 370 лир. От 370 до 500, вот я вижу. Триста лир. Триста лир. Семьсот лир. Триста лир. Теплый бомбер с синтепоном. Теплая джинсовая куртка. 300 лир.